Если есть шут, короче, а где король тогда? А, Когда нет, никнейм придумают. Я забыл, что горшок что? Смог. Placing on that bitch, hold up. Bought a necklace on that bitch, hold up. Her friend gon' lick me like a fool, roll up, roll up, roll up. She and her feelings on the ground. I'm just stunting on my ex bitch. Hearts a blessing on my ex bitch. Hold up. I'm just stunting on my ex bitch. Hearts a blessing on my ex bitch. Hold up. I'm just stunting on my ex bitch. I'm just stunting on my ex bitch. Негр, эй, негр, масленок, масленок. Стой, блядь, это Лобанова, блядь. Я бизнесмен, я семинарист, я семинарист, я провожу семинары по бизнес-колледжу. Хотите записаться? Один билет стоит 10 тысяч. У меня есть бакалавр по менеджменту, я продавец оружия в данный момент. Что это значит? То, что образование в наше время совершенно ничего не значит. Да, мы закончили, ты пошла. Ты охерел, гондон, слышишь, покупай билеты, или ты отсюда все равно уйдешь. Слышишь, ты купи бизнес молодость, пошел, давай у нас бизнес посмотрим, пошел. Давай, бизнес молодость или смерть. Че тебе надо? Слушай, я провожу семинар, давай деньги, я тебе проведу быстренько его, ты сразу поймешь. Я собака. Да, это ты, тупая псина, блядь, мерзкая. Приходи на семинар бизнес-молодости на первом этаже. Давай, братан, пойдем. Давай, короче, ты снимаешь штаны, я бью по твоим яйцам. Я не был таким, ни разу. Всю жизнь я, блядь, нажирался, не видишь, я, сука, банкир, блядь, бизнесмен. Бюрократия вперед. Бюрократия вперед! Бери чертову будку! Запишитесь на семинар бизнес-молодости. Шеф полиции, вам это нужно. Я вижу, что вы не можете делать. Хочешь повысить свой IQ на 50 единиц? IQ? Записывайся на семинар бизнес-молодости 2017. Записывайся на семинар. Через 10 минут в здании мэрии. В здании мэрии ты ее выдал. Пошли в здание мэрии. Грибок проститутка. Расскажешь свою историю, короче. Как ты бизнес делаешь? Короче, я сделал дела, а потом я... Ты не сейчас, долбоёб. Чё ты бормочешь, блядь, целка ты ёбаная, блядь. Ты мужик, блядь, или бама, блядь, бама, сука. ТКП, если ты меня убьёшь, у тебя будут большие неприятности. О, полиция, полиция. Да, я согласен с этим парнем, у тебя будут большие неприятности. Конечно. Сделай, блядь, быстро. Я не буду убить. Сделай это. Да, блядь, посмотри на это, ебал. Ты... Придется тебя посадить в тюрьму, если ты это не сделал. У вас найдено нелегальное оружие. Придется вас посадить. Стреляй его, блядь! Стреляй, он убил детей! Он убил его! Вы что тут делаете? Алло, комендантский час, это значит, все правоохранительные органы находятся снаружи. Особенно исполнительно правоохранительные. Особенно когда мы здесь три пидора. Мы два пидораса, значит, будем убиваться. Они женщины, она женщина, и у тебя модель женщина. А те какая разница? Заходи, брат. Да у нас есть ребенок, хочешь ребенок? Это проверка. Я здесь народу. А вы пофиг, Лера. Бля, вот забежали у нас кто-то, блядь. Персонал ёбаный социализм, мою жопу. Мы занимаемся нашим хобби. Мы сраны полицейская власть. Дым поднимающийся к небу. И наконец. Если очень напряжно быстро. Можно увидеть шлакового серого человечка. Проверка на расплывается. Встаньте лицом к стене. Да ёб твою мать, это уже восьмой. У нас лица, заткнитесь, пожалуйста, заткнитесь, мы ведём лекцию.
Твою мать. Охуенная тема, поклоняться пупсам. Вот это отличная идея. Давай. Заебись, охуенно. Полиция, полицейские, это вам подпишут. Зачем? Во славу нашей новой религии. Ребята, стойте, вот вам подарок. Бля, тиндерник. И ведёт себя как шалава, да? Что за хуйня у мэра? Чё нахуй-то сразу? Дела у Андрюхи. Вот это что такое, пацаны? Короче, я с этим ничего не разговаривал, он говорит: привет, Андрюха. Привет, Андрей. Ты какого хрена? Ты кто такой? Я тут проявляю уважение, а ты тут не прыгнешь? Какать хочу, пусть я сейчас пёрну. Слышь, если не могу найти. А, пёрни в микрофон, пожалуйста. Это нет его. Я могу сейчас микрофон. Как тебе? Клоун. Я даже... Заходим. Штраф, что будете. Все, стреляйте, блядь, стреляйте, гандонов. Что происходит, блядь? Нахуя мне? Это твоя ёбаная пачка. Ты вообще доигрался, школьник тупой. А, Мир, я по твою прилаву хранил банку с пивом, короче, отдай банку. Быстро снял, вот сейчас увольняю. Идиот. А, позади тебя находится... Ёб твою мать! Ты дебил? $700 человек. Какие $700, сука, о чем ты, блядь? Стой, ты убил моего друга ни за что, мистер трейнер Азина 777. Какого хуя? Вот он лежит позади. Друг мой, скажи слово. Что за хуйня? Мир, перестань. Оружие стоит 10 тысяч. Дай 10 тысяч. Самый дешевый, самый. Я дай тебе 5 тысяч. Я дай тебе 5 тысяч за револьвер. За Desert Eagle. А скинешь мне цену, чувак? А скинь мне деньги, я скину тебе Desert Eagle. Не, иди нахуй, блядь, о чем ты? Чё? Иди нахуй, говорю, ты охуел, блядь, да, сука. Скинешь? Нет, иди нахуй. Мне 2800. Я сейчас, блядь, сука... А если ты видишь полицию, то это будет нон-РП, долбоёб ты, ёбаный, сука. Сука, урод ёбаный, блядь. Если ты не извинишься прямо сейчас. Извинишься. Сука, и мы уходим. Пиздец, там смерть мерзкая. Спасибо, ёб. Стой, смотри, здесь что-то было, я достаю ствол. Поехали. Убиваем. Откройте дверь. Ты чё, охренел, дебил? Да, держи ствол. Уау! Твою мать! Аааа, Макс! Рив Макс Онга. Ты убил его? Ты убил его? Нет, Антон убил его. Даааа! Пусти меня, тварь. Чё здесь происходит, нахуй? Максим, взломай, Максим.
Лекция скоро начнется. Сейчас мы вас научим зарабатывать бабки. Давайте, я готов. Вот, блять, вот. Не обращайте, кстати, внимания, что это дом какого-то рандомного пацана. Ну что, я думаю, уже надо пора начинать. Всех приветствую, кто пришел, кто реально заинтересован в том, чтобы двигать, как бы, схемы нормально. Сегодня мы вам расскажем как бы всю структуру денежную в нашем городе. Это не пирамида, ты не понимаешь. Конечно, проходите, садитесь. Нужно четко понимать, как регулируется вообще эта схема, чтобы начать из нее полный профит. Сегодня у нас приглашен очень хороший эксперт, он хотел бы вам рассказать полностью про нашу. Так, аплодисменты. Блять, по животу ёбнул. Так, короче, сегодня будем говорить об моделировании экономических процессов и системах электронной коммерции, об финансовом вычислении, но изначально хотел бы зачитать слова. В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память. «Если тебе вдруг захочется судить кого-то, — сказал он, — вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты». К этому он ничего не добавил. Но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов. И мне было ясно, что был он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдерживанности в суждениях. Привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам, еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. Вообще-то я собирался вам зачитать Великого Гэтсби, целую книгу здесь. Например, 159 страниц и... Что я говорю? Во-первых, мы будем говорить о денежной системе нашего государства. Что у нас вообще здесь происходит? Я слышал то, что кто-то собирается устраивать социализм, но это нихуя не так. Типа, если у нас все общее, то нахуя вообще эта система денежная? Типа, у меня там, я банкир, у меня типа, деньги, понимаете? Поэтому у нас капитализм, понятно. Но также у нас, типа, здесь, как бы, контингент игроков русский, блядь. И знаешь, что такое патриотизм, а патриотизм выделить из социализма никак, сука, не получишь, что за хуйня. Поэтому я предлагаю повесить огромную табличку, на которой написано капитализм, короче. Всё, лекция на сегодня закончена, то есть на 5 минут, по крайней мере, мне нужно доделать эту стойку. Да, я юный стартапер. Если не знаешь, я вел стендап и TED. Что это было? Что за ритуал у тебя такой? Ты достал свалюгу, взял ее в инвентарь. Что за хуйня? Тебя никто не будет здесь убивать. Здесь нейтральная зона, тебя здесь никто не убьет. Любые высказывания вне коммунизма социализма. Ёб твою мать, да все, Антон, смерть! Антон, смерть! Закрываем лавочку! Что происходит? Здесь теперь официально социализм, вы, сука, это видели? А мы тут по факту проповедуем капитализм, понимаешь? Перестрой! Смотри, я могу тоже все что угодно на стене, сука, написать, и что это моя стена будет. Окей, короче, обустраиваем монополию, убиваем правительство, пацаны. Теперь это преступная организация. Это не бизнес молодость, это. Алло, народ, все переезжаем, сука, в мэрию. Все переезжаем в мэрию, уберите лекции в мэрии. Заткнитесь, тихо. Да, пошли. Ликвидируйте, пожалуйста, табуретку. В мэрию! В мэрию, народ! Нет, сам не идет просто. Бокс, погнали в мэрию протестовать, погнали! Мэр, люди хотят капитализма. Как мэр, если ты не возвращаешь предыдущий режим, я буду читать Майкла Армстронга, а вернее, практику управления человеческими ресурсами, 8-е издание.
Мэр, я, сука, Великого Гэтсби здесь прочитаю. Всю, сука, книгу, если ты не вернешь предыдущий режим. Начинай, начинай. Все, я начинаю. Я начинаю, сука. К этому ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов. И мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Ким Чон Ун. Чё социализм? У нас есть деньги, нахуя социализм, если у меня банковский счет слева внизу экрана? Это не имеет смысла, верните предыдущий режим. Сука, стану святым, если вы убьете меня. Мэр сдох? А, ну все, мы выиграли, блядь, это будет общественная дверь. Блядь, дайте мне купить, она будет всегда открыта. Сегодня мы совершили невозможное. Мы восстали против режима, и мы выиграли. Мэра больше нет. Теперь это абсолютная демократия. Вы знаете, что такое абсолютная демократия? Это как анархия, только все хорошо и дружно, короче, пацаны. Слушайте все меня сюда! Слушайте все меня сюда! Мы проводим сейчас мирную лекцию. Несмотря на ментов, несмотря ни на что. Тот гондон, который разбил окно, пусть стоит в раме, блять, пока оно не срастется вновь. Чё, во-первых, я повторяю, мы выиграли эту войну. Мы просто не только битву, мы выиграли войну против того самого мэра с его убогим режимом. Я предлагаю нанять мэром, избрать нового мэра от нашей, как бы, партии. Мирон, тебя мэром. Мирон, тебя мэром. Я выдвигаю себя как мэра. Давайте попробуем это. Лимит исчерпан. Здесь мэр. Новый мэр. Здесь новый мэр в городе. Алло, пошли! Выдвигаемся! Выдвигаемся! Бизнес. Это все бизнес. Топ мэр. Мэр, давай, какой у нас режим, мэр? Мы, как группа, просим от тебя вынести выговор. Короче, назвать режим этого самого государства. Назови режим в чате, чтобы все видели, какой у нас режим. Ты не имеешь права нас расстреливать, у нас мирная акция, ты не имеешь права никого, сука, расстреливать. Мы лишаемся демократии, вы доставите пушки, сраные автократы, Мэр, скажи, вы не имеете никакого права это делать. Либо социализм, либо... Вам это воздастся, вам все вот эти рамсы с пушками воздадутся, вам даже не смертью это воздастся, понимаешь? Вот это вот тебе тоже очень пиздец. Вы понимаете, копы, если вы убьете кого-то, то вы сделаете его мучеником. Он всю жизнь будет мучеником. Он станет святым после смерти. Мэр, называй режим, мэр! Куда вы уходите, мэр? Оу! Я предлагаю свою кандидатуру! От имени абсолютной демократии! Полноценный... Абсолютная демократия! Поверьте мне, абсолютная демократия. Здорово. Я не буду закрывать двери. Двери будут открыты для всех. У нас абсолютная демократия. Каждый может зайти и задать свой вопрос. Пусть они пушки уберут нахер. Уберите оружие. Уберите оружие. У нас дружелюбное общество, мирное. Абсолютно мирное общество. Задавай вопрос. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Почему ты в наручнике, сука? Слышишь, мэр? Выпустите, освободите всех! Освободите всех! Освободите всех! Освободи, блядь, ты слышишь мэра, сука? Я, понимаете... Блядь, сука, перестаньте меня... Я самый аутентичный мэр, который когда-либо жил здесь. Идите. Так, пацаны, мы никому, никто никому не поклоняется. У нас абсолютная демократия. Все здесь, у всех есть свобода нас, у всех есть свобода слова, у всех есть свобода выбора. Каждый может стать кем хочет. Каждый может высказываться как хочет. У нас здесь демократия. Сейчас, дайте я напишу, короче, дайте мне созвать весь город. Я созываю весь город, дайте мне написать причину там резонную. Да. Твой вопрос, да. Абсолютно бесплатно. Каждый может получить бесплатную лицензию. Стой на месте. Держи. Я верю, что вы дееспособные люди. Потому что не имеет смысла держать социализм, когда у нас существует банковский счет слева внизу экрана. Потому что демократия вытерла просто мэра, убогого пса. Сталин
хорошо. Да, держи, 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 я тебя выдал, да. Ебать, это мы сначала все сами делали, и теперь за нас все менты делают, вы понимаете? Он точно такие же штуки расставляет. Да, это получается как бы. У меня все тупо юридические сделки, так что мне подходит. А мне лицензия. Че это было? Че за хуйня? Держи, 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 да, 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 да. Ступайте. У меня 324 тысячи. Мэр, объяви комендантский час, напиши причину, чтобы все в мэрию приходили на этот семинар. Я пишу, тут нужно хуйня какая-то. Мирон, мэр, дай лицензию. Сука. То есть, да. Для запроса комендантского часа требуется, короче, текст от 3 до 40 символов. Я не могу написать просто. Мне нужна идеальная причина. Ждите, ждите, я разбираюсь с этим. Семинар, лекция. Алло, алло, убрать оружие, уберите оружие, полиция, полиция, уберите оружие. Уберите оружие, полиция. Мэр, я не уверен, что администратора буду... Меня убили. Почему ты выбрал работу мэра? Здесь было множество прецедентов. Что это за баррикады? Что это за баррикады? Объясни, мэр. Вы что, прячете диктатора? Что происходит? Что за баррикады? Гениальный человек. Спасибо. Я принтера слышу, вот, знаешь, я мэр. Стене, стене, стене. Вот посмотрите, что мэр обещал демократию, мэр обещал свободу слова. Убрал с него наручники. Убрал с него наручники. Республика, полицейская республика, вы диктаторы, вы жесткие диктаторы. Он ввел военное положение. Это уже значения не имеет, его диктатура выиграла все. Я тебя в свой дом пустил, ты собираешься меня убить? Он привилегии. А, хорошо. Это не твой дом, а офис, он зарегистрирован так вот тут? Он зарегистрирован на мое имя, я в нем обитаю в данный момент. Бизнесмен, бизнесмен, Карл, вы можете покинуть данное помещение. Я не хочу, это также и мой дом. Я хочу, это также и мой дом. Че это вы вошли в мой дом и выгоняете меня из него? И выгоняете меня из него. Я буду сидеть здесь до последнего. Стреляйте, не стреляйте, не стреляйте. Чего ты вообще добиваешься, я не понимаю. Такой непонятный ролеплей, во-первых. Во-вторых, давай, ты меня расстреляешь. И что будет дальше? Что будет дальше?